такі красиві. Дівчинка пригає. А ти з ним туди влізеш? Зараз ще підемо на один атракціончик. Йдемо в Зооленд. Камячу. Ручками не залізти. Ручками не залізти. А он кроличок, смотри, Давид. Мишки, смотри, какой кроличек сидит. Видишь? Кроличек. Давай дальше пойдем. Маленький кроличек. Птички. Папа, подними. Подними, папа, посмотри. Птичка. Птичка, не подними. И вот кролик. Кто-то спрятался. Листы, клетки. Мейн-кун. А это скоттиш фолд. Такой серенький, разлегся, красавчик. Большой разлился, одни уши торчат. Вернулся хозяин. Снимите табличку. Красивый хозяин сидит. Подушка. Черепашки. Что? Там вон черепашка, смотри, спряталась. Там возле кактуса, видишь? Маленькая. А там, я думал, что это миллион, а то у меня это игла, но я его, извините, я не знаю. Ладно. А там же прочитать можно. Вот, Саша, какой он черепашка. Да, видишь, головка поворачивает. Ящерица такая большая. Тебе и корм можно купить. А вот как сомик такой, видел? С усами. Давиду рыбки нравятся, да, Давид? Большая рыбка, да? Нравится? Красная. Вот какая большая рыба, да, тебе попала? Плёс. А вот вообще очень-очень много. Это на пиранью похоже. Не, это не пиранья. Пиранья такая, она плоская, более широкая. На камбалу похоже. Вот, смотри, какая рыбка. Серенькая, блестящая. А вот, смотри, какая плывет. Ты хищник какой-то. Вот это да. Что-то она сама похожа. Ну, тут же, наверное, написано. Метинис, астра, лотус. О, сомик, видишь? Сомик. Парчовый. С усами что-то такое. Вот видишь, здесь аквариум у тебя сразу продаются. Цены 2600. Маленький такой.
полностью оборудованный. Вот такой. Еще с чем-то. Видишь, вот аквариум уже у тебя готовый сразу. Так. А вот смотри, такой корабль. Видишь? Корабль. Вот, смотри. Мы уже бросим. Они собрались, знаешь, как вроде бы покормить. Давид бы сам туда внырнул бы, да, да. А мы пойдем дальше. Большой зоомагазин такой, здесь чего только нет. И клетки, и домики для собак, и одежда, и корма. И все. Вот эти вообще гигантские рыбы. Класс. Супер. Эти с усиками есть. Есть и витамины для животных, корма и черепахам, и рыбкам. И фильтры для рыбок. В общем, такие наклейки на аквариум. Сзади можно клеить. Такие вот штучки всякие. Клеечки, домики для собачек, для кошечек. Змея. Он, смотри, чешую сняла змея. Вот видишь, лежит рядом. Она красивая, блестящая. Пойдем на котика посмотрим. Пойдем. Ой, какая классная. Это у нас полос краснохвостый. Мы пошли на котиков смотреть. Этот котик называется котенок Мейн-кун. Котик сидит такой, знаешь, там прибалдевший. Вон кися, смотри, видишь, ушки одни торчат. А вот там серенький котик. Кроличек. Кроличек, да? Ой, какой маленький пушистенький там кроличек, да? Да, Вулечка, там никого нет. Вот здесь кролик, смотри. Умывается, смотри, шерстку чистит кролик, видишь? Птичка, чирик-чирик, смотри, только чтобы он пальчиком. Это волнистые обычные. Потом попугайчики. 245 гривен штучка одна. Волнистой самки. А вот это красавчик, это карела белая. 595 гривен. А это кто? Это кеннер. 625. Царь зверей сидит. Кролик. Ты развалился, жарко тебе там, да? Тебе жарко, ты такой волосатый, весь мохнатый. Мы в аттракциончике в таком. Едем по железной дороге. Такие машинки маленькие, ретро-машинки. Давидчик, рули, рули, Давидушка! Давиду нравится. Главное, что ребенок в восторге. Машинка. Рули, 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 Давидушка, рули. Рули, рули, рули.